столько, сколько существует зодчество, столько я раз сюда и приезжаю. Да, потому что я работаю главным архитектором в общей сложности уже 34 года. Несколько лет на Урале, потом в Анапе, почти 16 лет. И вот больше 16 лет главный архитектор Краснодарского края. Поэтому для меня зодчество – это такая привычная площадка, привычное место, место встречи друзей, коллег. И думаю, что и ценность зодчества не только в том, чтобы посмотреть достижения архитектуры, а чтобы посмотреть в глаза архитектора и увидеть, и услышать о проблемах, о достижениях, что очень важно, поддержать друг друга. И вот этим ценен фестиваль. За это мы его любим. Вы знаете, главное наблюдение последних лет и этого года в том, что архитектура, градостроительство стало более гуманным. Потому что мы, наверное, успокоились в той части, что должны что-то чему-то, кому-то доказывать. Мы показываем, мы обучаем, мы поддерживаем людей нашими средствами архитектуры и градостроительства. А вот та программа «Комфортная городская среда», которой мы, кстати, начали заниматься в Краснодарском крае много-много лет назад, задолго до того, как она стала национальным проектом и так далее, она просто, ну, позволяет людям себя уважать, уважать то место, в котором они живут, уважать то окружение, которое сложилось, природу уважать. Мне кажется, что вот это вот такой тренд последних лет зодчества, это очень важно. Я глубоко убежден, что слепое заимствование западных каких-то приемов для условий России неприемлемо совершенно. Но новые технологии в части применения материалов, в части защиты территории, инженерной защиты, видите, сколько бед в последние годы России испытывает, наводнения, пожары там и так далее. Наш президент Российской академии архитектуры строительных наук и по совместительству председателя Совета главных архитекторов Российской Федерации, городов и субъектов, Александр Викторович Кузьмин как-то написал очень грустную статью. Она называлась «Архитектура эпохи терроризма». Он говорил о защищенности всего того, что мы делаем. Это же относится и к природным катаклизмам и всему остальному. Вот это очень важно, то, что сегодня эти технологии здесь в том числе и представлены. Главное пожелание – держать марку, держать удары, успевать за теми изменениями, которые жизнь преподносит. И удерживать этот профессиональный круг рядом с собой, внутри себя, для того, чтобы снова встретиться на фестивале «Зодчество-2019».